Вот уже третий год подряд Анапа принимает участие во всемирном проекте World Pool Up Day – Всемирном дне подтягивания на перекладине. В этой акции принимают участие 5 континентов и более 100 стран мира. Анапа – самый спортивный город Кубани. Именно у нас построено самое большое количество площадок для занятий воркаутом. Это прекрасный повод выйти на улицы, где у нас очень много турников стало в последнее время. Мы продвигаем воркаут-спорт, и практически в каждом дворе уже появилась воркаут-площадка. Это сделано буквально за последних 1,5 года, я считаю это весомым достижением нашего муниципального образования. По этой позиции мы являемся лидерами Краснодарского края. Абдулла Гаджибеков занимается воркаутом уже несколько лет. Доступность турников и спортивных площадок позволяют развиваться в этом направлении. Я долго искал, как бы спорт себе по душе. Вот с 14 лет я уже занимаюсь стрит-воркаутом, как бы говоря. Вот, мне он понравился. Недавно я вступил тоже в группу, в команду по турникам. Вот, в принципе, мне вот нравится на силовые элементы делать. Вот я и занялся им. Принять участие в акции мог любой желающий. Гости курорта не только с интересом следили за соревнованиями, но и пробовали свои силы. Тем, кто смог подтянуться 12 раз, вручали наклейку с логотипом акции. Общее количество подтягиваний в конечном итоге будут суммированы, а результаты занесены на специальный международный сайт. На сайте Всемирного дня подтягиваний есть карта, в которой регистрируются точки подтягиваний. Вот мы зарегистрировали уже третий год подряд такую точку, и потом все участники, которые подтянулись, их результат суммируется, потом по России суммируются все точки и сколько раз максимально подтянулось людей в стране, уже показывается в результате, какая страна подтянулась больше всего раз. Как показывает опыт прошлых лет, Россия в числе лидеров и по количеству участников, и по результатам. Но здесь нет соревнований и конкуренции. Мероприятие носит благотворительный характер. Организаторы Всемирного дня подтягиваний ставят своей целью объединить людей вне зависимости от их пола, возраста и национальности вокруг идеи здорового образа жизни и предоставить им возможность зарядиться положительной энергией через занятия спортом.